Вроде слегка успокоился дождик. Пошел. Можно идти вперед. Находимся в городе Санта-Крус. Остров Тенерифа, Канарские острова. Радует, что ветер теплый, не холодный. Это очень приятно. Но дождь идет. После дождя. Какая свежесть. Сейчас покажет, сколько градусов. Хотя должен признаться, что этот градусник очень часто, не именно этот, а вообще эти градусики, которые на этих улицах здесь в Канарии висят, они не всегда правильно работают. Потому что иногда бывает такой холод, а написано 26-28 градусов. А иногда наоборот ужасно жарко, а показывает 20 или 18. Поэтому я уже не доверяю. Но что-то он не показал, какой градус. Памятник человеку с ящиком на голове. Цветами пахнет после дождя. Некоторые магазины в 9 закрываются, некоторые в 8, некоторые в 12. Кто как хочет вообще. Эти испанцы, они... У меня такое ощущение, что когда хотят, тогда и работают. Когда хотят, тогда отдыхают. Также сиесты. Но сиесту это у них как святое не работать. Днем, вечером еще начинается движение.
после карнавалов убирают цены, убирают эти, разбирают все. В этом месте, потом еще в других местах, вообще по всему городу. Декорации разбираются. Здесь тоже сцена. Здесь вообще само по себе получается парк, насколько я понимаю. Но вот этот парк, вот эта вся сцена, вот это все место здесь происходили просто безумие, настоящее безумие, потому что здесь проходил карнавал. Вот, и находиться здесь в некоторые моменты даже было страшно. Ну, страшно в том плане, что непривычно, ужасно, и особенно некоторые костюмы, когда взрослые мужики выглядят как эти трансвеститы из Таиланда. В общем, зрелище очень шокирующее, я бы так сказал. Ну, по крайней мере, для меня, потому что я никогда не видел такого зрелища, такого карнавала не видел в своей жизни. Вот, поэтому я немного был в шоке. Всего, что здесь происходило. Но все успокоилось, карнавал закончился, и город вступил в обычную трудовую жизнь, буржуазную жизнь. Люди пошли на работу, на учебу, по своим делам. Безумие закончилось. Я надеюсь, что после этого безумия все, кто в этом городе остались живы, потому что мне показалось, что на следующее утро половина просто не выживет от такого количества алкоголя, которое они принимали в ту ночь. Так, друзья, пока буду выключаться, сейчас дойду до дома и попозже еще выйду на связь. Сейчас еще раз выйдем. Смотрите, обзор, мы двигаемся в Голливуд, солнечный комфорт.